Культурный центр Казахстана откроет в Пекине в рамках соглашения между правительствами двух стран о взаимном учреждении культурных центров, который ратифицировал Мажилис. Документ направлен на развитие дружественных отношений, обмена и сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Как отметила глава Минкультуры Аида Балаева, центры будут вести деятельность в качестве некоммерческих организаций и функционировать в соответствии с законодательством государства пребывания. Министерство разработали концепцию будущего культурного центра. В здании будет многофункциональный зал для кинопоказов и концертных выступлений, коворкинг-центр для проведения образовательных курсов, тренингов, творческих встреч, площадка, подходящая для проведения выставок, и уголок, отражающий туристический потенциал страны.